Любовь к своему призванию и полная отдача во благо людей. Медсестра родника интернациональной Валентина Чабанова к своей работе относится именно так. Кроме того, она является победителем конкурса «Лучший по профессии». С мастером своего дела встретилась Наталья Николаева. Валентина Александровна Чабанова работает на руднике «Интернациональный» с самого его основания. В 1994-м переехала с семьей в Мирный, где начала свою трудовую деятельность медсестрой в районной больнице. Спустя 5 лет перешла работать в Мирнинский горно-обогатительный комбинат. Настолько она высококвалифицированный специалист, что в любую трудную минуту может оказать не только экстренную медицинскую помощь, но и может уделить время каждому работнику, каждому пациенту. И за это она и в 2009 году была награждена почетной грамотой Мирнинского ГОКа. А в 2015 году она получила звание отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия. Работа с шахтерами нелегкая, но наша героиня трудностей не боится. К своим непростым задачам в мужском коллективе у нее свой чисто женский подход. Внимание, ласка и понимание. Здесь, во-первых, отвечаем за жизнь и здоровье. Мы здесь один на один, допустим, с пострадавшим, с больным. Мы вовремя должны оказать помощь, сообразить, что сделать. С детских лет мечтала быть доктором, помогать людям. После школы поступила в медучилище. Первые годы учебы давались нелегко. Мне сначала понравилось, но когда учеба была, там были, вот, допустим, изучали анатомию, ходили в морг, я хотела отказаться от этого. Это просто было. А потом ничего, понравилось, втянулась. И выбрала изначально хирургическое отделение. Это ж довольно серьезное отделение, там, где крови много. Рабочий день начинается с медосмотров. Измерить пульс, давление, если надо, температуру. Все это Валентина Александровна делает играючи, с улыбкой, настраивая рабочих на позитив. Шахтеры – народ серьезный, неразговорчивый, говорит наша героиня. На здоровье жаловаться не любят. 140 на 100. Здравпункт Интера оборудован всем необходимым. Здесь шахтеры поправляют здоровье. Вслед за медосмотрами к Валентине Александровне идут больные. Кто на уколы, кому на УФО. А уж если проблемы со спиной, то поможет массажная кушетка. И с простудными, и диспансерные наблюдения. Все идут к нам в этом плане, которые группа риска, есть люди, шахтеры, которые стоят, их оздоравливаем, допустим, 2 раза в год надо. Это самая благородная профессия, мне кажется, помочь людям, отозваться на ихнюю боль. Здесь надо сопереживать, во-первых, больному, и благодарность то, что легче стало пациенту. Наталья Николаева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».